Здорово, ребят, всем привет. Короче, сейчас тут кое-что решил проверить и вам покажу. Ребят, только я в это не поверил, и вы, наверное, тоже не поверите. Сейчас, короче, мы что сделаем? Скроем мотор. Не обращайте внимания. Так, давайте я зайдем только сначала. Так, пусть нагреется, ладно. Сейчас я... Ну, что сделаю? Наверное... Блинку будет ждать, наверное, нет. А! Съездим туда мы сейчас быстренько. На нашем, на этом... Драндулете. Домой. Как бы съезжу, я наш. Короче, ладно, давайте я забушу пока. Чтоб она тут впустую не тарахтела. Сейчас быстренько. Ладно, давайте я пока здесь оставлю все сейчас. Сейчас, короче, быстро забегаю домой. Ну, как бегом вот так вот. Так-так-так, вот так вот. Вот так вот, короче, бежал. Кстати, может этого окренили. О, кстати, ребята. Недавно нам обновление, теперь здесь не заедешь, блин, зараза. Раньше, если вы помните, можно было вот здесь заехать. И люк как раз. А теперь будем просто сюда заезжать, зараза. О, она то очень долго будет, так что сейчас поставлю на паузу и вернусь к... Ну, также будем бежать обратно. Давайте, ребят. Я сказал, уйду на паузу. Ну что, ребята, я добежал до дома. Сейчас хватаем аккумулятор. Ребята, дефолтный. Дефолтный. Вот этот аккумулятор беру в рюкзак. В принципе, сейчас можно и позвонить, кстати, этому. А, кстати, мы же дома точно можем. До дома добежал я, короче. Блин, опять что ли взять? Опять поехать, что ли? Это долго будет. Хотя давайте на мопеде съедем, действительно. Действительно, что надо звонить? Съездим на мопеде. Или нафиг. Ладно. Что мы возьмем просто так. Ладно. Побежал я снова. Ладно, ребята, сейчас добежим до самой, короче, когда я иду, доберемся с вами. Все, ребята, я пробежал. Как видите, бегу. Потихонечку бежим. Взяли аккумулятор, взяли шлем. На всякий случай, ребята. И, короче, с чем мы сделаем? Сейчас мы с вами заводим на новом аккумуляторе. Ну, на том, который у нас стоит, аккумуляторе, автомобиль. И... Съездим мы куда-нибудь. Или просто походим здесь. Не, наверное, просто походим. Так что, ребята, хотите верьте, хотите нет. Ну, сейчас кое-что будет чудо. Что-то вынимаем. Теперь давайте. Ладно, нам можно было, в принципе, не глушить. Блин, ну, механик, видимо, еще не сделал тачку. Ну, ладно. В принципе, нам этого подойдет. Сейчас ее особо-то на сегодня не будем. Заодно, кстати, прикрутим выхлоп. Все, мы ее завели на стандартном аккумуляторе, вот на этом, на новом. На новом завели аккумуляторе. Так, понимаем его. Положим. Берем. А, он тут. Нет, подождите, где мы вводим? А, вот он. Старый аккумулятор, который мертвый. Сейчас вы сами все это увидите. К
Кстати, ребята, скоро будет стрим по очень интересной игре. Если у меня, как видите, стрима не будет, все. Вот видим, да? То есть у нас это не крутит. Давайте, значит, включим фары. Включим аварийку. Включим все очистители. Все, вот у нас не работает. И... А, в смысле, здесь за музыку. Не устроить. Ладно. Ну все. Так, это мы все сделали. Где-то. Ну вот, мы это все включили с вами. Вот вечером, да, вот где-то. 12 часов, грубо говоря. Ну. Доктор! Ждем. А можно здесь, в принципе, походить. Давайте капот пока захлопнем. То есть так прикрыт будет. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä toi aika hirveetä skeidia on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta jos me tietyn hinnasta sovitaan, niin me, ehkä me saadaan tästä, no mulla sanotaan rusinaton pulla, aina. Мы просто ждём. Кстати, можно начать всё сейчас, аккуратненько всё поесть. Давайте посмотрим, что в этой машине внутри. Да нам даже нечего. Или можно съездить куда-нибудь. Сейчас, да, в принципе. Сейчас потоплю от меня. Просто тоже торчать-то особо неохота, ребят. Хронометраж затягивать. Так лайк скурва сюда. Елвити! Елвити! О, а я как катто сут нама. Сейчас, сейчас мы. Блин, ну ладно, Сигарет. Лайк. А уже забыл, что кто же это? Че? А, Сигарет надо купить. Выкинь-то. Привет! Да, машина классная, конечно. Иначе делать сейчас будем просыпаться. Давайте присмотрим. Вот это, по-моему, не занимается. Все, теперь можно пойти. Все, машинка никуда не едет. Да я вот выбираем, она сама поехала уже. Сейчас она просто застряла. С тобой. Сейчас попробуем так делать, если так можешь попробовать. Подожди. Задняя буксует. Сейчас потолкнем. Ну,
Сели, блин. Напоминаю серию дальнобойщиков. Где тот самый это, форс-мажор? Вот за деньги нафиг. Не воду. А, в принципе, сейчас мотор заглох, а стеклоочиститель работает, как логично. Фу, ребята, я покатался здесь немножко на нем, как вы помните, да? Еле пригнал его. Ну, в то время, как мы тут баловались с нашим маслкаром за кадром. Ребята, какой там у нас аккумулятор, вы помните? Вроде бы стоковые. Вроде бы я стоковые поставил. Давайте посмотрим. Здесь у нас аккумулятор, который у нас в машине стоял. Все заработало. Куда минуака? Это легально? Законно, ребята? А? Как вы думаете, пишите в комментариях. Только у нас аккумулятор, наверное, не зарядится сейчас. Генератор. Mm-hmm.
реально легально ли я, как вы думаете, пишите в комментариях. А я пойду. Я таки тот аккумулятор сниму, а это поставлю. И на этом закончу видео. Ну то я сейчас просто все выключил, ребята, так? Вот еще раз вообще посмотрим. Стеклоочистители работают. Какой аккумулятор? Сток какой. Это законно вообще, легально ряд. Всем рекомендую эти штучки ставить, так что лайки, подписочка, ребята, на канал. Скрутим. То есть просто если у вас сел тут столько аккумуляторов, просто берете, покупаете этот, заводите автомобиль с нового аккумулятора, потом просто ставите стоковый и все, он заряжается спокойно. Сейчас вас несем его домой с такого аккумулятора. По пути сбегаю, попью. Где он? Ну все, ребята, давай сейчас забегу домой. Побежал, короче, домой, домой. Ну, увидимся, короче, здесь уже у машины. Давайте. Вот только что буквально прибежал, попил водички. Ну что, давайте посмотрим, что у нас достал аккумулятор стоковый. Подожди, ну-ка. Вот он заряженный, да? Кому-то, по-моему, тоже. Ну, он должен быть заряжен, по идее. Ребят, вы верите своим глазам, нет? Я нет, а вы? Вот, видите, ребята, вот. Умерший аккумулятор. Что мы его в следующей серии... А мы его сейчас возьмем с собой, давайте. Мы возьмем с собой сейчас вот этот аккумулятор и вот этот аккумулятор. Я побежал, короче, туда, ну, откуда прибежал. Так что увидимся, это уже в мастерской. Давайте. Ну все, ребята, я пробежал. Короче. Мы сейчас что сделаем? Выгрузим эти аккумуляторы. Тогда. Здесь. Главное, чтобы крендель проезжал мимо. Ну, сами знаете, как я говорю. Вот. И пешком опять сбегаем до дома. А, мы сейчас надо так и сделаем. Короче, аккумулятор сюда, чтобы не сперли. То есть это стоковый. Вот это дефолтный. Вот это мы купили, он севший. Так что, ребята, больше 10 лайков, больше 5 лайков я провожу прямые трансляции, запомните. Не нужен. Передумал. Если бы он оттуда поехал, то да.
бросил грош. Ладно, Ред. На этом мы сохранимся тогда с вами. Шлем, правда, опять исчезнет, наверное. Ладно, мы аккуратненько поедем. Давайте до новых встреч.